друзья, второй конкурс начнет команда действующий чемпион «Осеннего цыпленка». Радиотехнический факультет встречаем! Сейчас говорят, что любви на расстоянии не бывает, а раньше все было иначе. Итак, представьте, версия РТФ сказки Рапунцель. Рапунцель, моя Рапунцель, как ты, ласточка? Ай, еще 5 минут. Рапунцель, а ты не могла вместо косы лифт отрастить? Я пробовала, у меня в нем хулиганы кончики жгут. Рапунцель, а почему у тебя такое странное имя? Это имя мне дали братья Гримм. А я не знал, что они еще выступают. А когда ты меня спасешь, то где мы будем жить? Мы продадим твои волосы и купим дом. Но кому нужны мои волосы? Вот и я, когда эти объявления на улице вижу, вообще не представляю. А когда мы поженимся, то какая фамилия мне достанется? Давай не торопить события. Какая замечательная фамилия. Рапунцель, моя Рапунцель, я люблю тебя. И я люблю тебя, мой принц Пунцель. С чего ты взял, что моя Рапунцель твоя Рапунцель? А ты кто? Я ее муж. Жирный Тони. Ну, не такой уж ты жирный, жирный Тони. Просто я покупаю вещи на несколько размеров больше. Потому что удобнее создать иллюзию, что худеешь, чем действительно худеть. Мой принц, кто там? Это жирный Тони. Мог и не говорить, что он жирный. Я и так это почувствовала. А как вы познакомились? Я увидел в Тиндере, что до принцессы 300 метров. Но я не думал, что 300 метров вверх. Я вызываю тебя на дуэль. Ты подлый, прекрасный, трус, гладиатор. Выбирай оружие. Я выбираю несчастный случай. Тогда я ангела-хранителя. Один-один. Ты так устал? Что показывает твой фитнес-браслет? Мой фитнес-браслет не затянулся. Блин, может дальше не полезем? Да все нормально. По гороскопу у меня сегодня мимолетные встречи. Что тебя во мне не устраивало, Рапунцель? Я нашла на твоей рубашке женский волос. Так он твой. Нет, из своих выпавших волос я тебе рубашки шью. А что еще тебе не устраивало, Рапунцель? Массаж ступней нашей соседки. Но я же тебе объяснял. Карточный долг, долг чести. Но почему он худой? Красивый, с несимметричными ноздрями, шикарным торсом, полущенок полубог. Потому что ты жирный, жирный Тони. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Не бойтесь, я держу. А как ты здесь оказалась? Я спросила, как пройти в пятерочку. Мне сказали, иди прямо до башни, где тебе изменяет муж. И налево. А зачем ты пришла? Глаза твои лживые посмотреть. И что, ты даже шутку не скажешь? На том свете посмеешься. Ах, Рапунцель! Как же я сразу не догадалась по его татуировке на руке. А что у него за татуировка на руке? Жирная, как Тони, жаба. Ах ты, разлучница! Я тебе все волосы повыдергиваю! Не руби сук, на котором сидишь.
расстоянии – это стресс. А у женщин от стресса выпадают волосы и ломается шея. В общем-то, номер был об этом. Всем спасибо.